Как попасть в Стамбул по стипендиальной программе Take-Off от проекта Talent Protocol? Примите участие в DevConnect, чтобы узнать о последних инновациях и применить их на хакатоне F-Global. Те, кто следят за каналом и видели мои обзоры на этот проект и в курсе, как тут можно заработать и что он создает. Talent Protocol – это социальная и экономическая платформа, на которой создатели обязуются достичь будущих целей, делятся своим прогрессом и находят необходимую поддержку, чтобы добиться успеха. Проект хочет помочь следующему поколению создателей достичь успеха, создав децентрализированную профессиональную сеть, где истинный потенциал имеет значение. Советую посмотреть предыдущие видео. А теперь к программе Take Off. Эта программа предоставляет уникальную возможность развиваться, учиться и общаться Web3 разработчиками со всего мира. Что включает в себя стипендия? Перелет в Стамбул. Проект возмещает до $750. Проживание. Билеты на основные мероприятия и сопутствующие события. Как подать заявку? Заявки открыты для всех пользователей Talent Protocol. Для подачи заявки вам просто нужно добавить новую цель в свой профиль. И вот как это сделать. Перейдите в свой профиль и найдите раздел с целями. Нажмите «Установить новую цель». Нажимаем «Тумблер», что мы хотим принять участие в событии. Остальные поля автоматически заполняют. Вам только нужно написать мотивационное письмо, почему именно вы должны выиграть эту возможность. Почему вы хотите выиграть? Пишите интересно и эмоционально. Жмем «Сохранить» и новая цель создана. Почему стоит подать заявку? У вас есть шанс выиграть общий призовой фонд. Каждый, кто внесет токены, монеты или стейблкоины на сумму не менее $5 на момент транзакции, получит возможность случайным образом выиграть общий призовой фонд. Детали вашей заявки будут доступны на вашей странице профиля под целью Take Off. Как проходит голосование? Голосование имеет финансовую стоимость, но это помогает предотвратить ботов и фейковые голоса, а также обеспечивает вовлеченность и мотивацию избирателей. Стоимость голоса невелика, но она может иметь большое значение для того, кого вы поддерживаете. Кроме того, правильно идентифицируя победителей стипендиальной программы Take Off, вы заработаете долю призового фонда пропорционально количеству ваших выигрышных голосов. Давайте сразу покажу, как проголосовать. Заходим в ваш профиль, переходим в раздел квестов, выбираем нужный нам квест Take Off Stambul, выбираем участника, которому отдадим свой голос или несколько голосов, в зависимости от количества токенов на счету и вашего желания. Жмем проголосовать. Готово! У каждого из моих подписчиков есть возможность выиграть. Поэтому в комментариях бросайте ссылки на ваш профиль, и я проголосую за того, чья цель мне понравится больше всего. Как выбирают победителей? Проект верит в прозрачность и децентрализацию, поэтому победитель будет выбран честным голосованием сообщества. Кандидаты с наибольшим количеством голосов, соответствующим нашим критериям, станут победителем. Как узнать, выиграли ли вы? Проект свяжется с каждым победителем по электронной почте и через Talent Protocol. Победители также будут объявлены публично на Community Call и в Twitter. Что ж, буду ждать ваши комментарии. Предсказывайте победителей и зарабатывайте тал. Голосуйте за победителей, и вы не только поможете выбрать лучших, но также получите бонусы в тал. Голосуйте заранее, чтобы получить больше прибыли. Чем меньше голосов у кандидата, тем больше ваш потенциальный доход, если он победит. Так что ищите скрытые таланты. Всем удачи и пока!